Все новогодние праздники сотрудники МЧС будут работать в усиленном режиме. На этой неделе спасатели проводят инструктажи с теми, кто будет задействован в праздничных мероприятиях. Сегодня о мерах безопасности рассказывали работникам культуры. На них ляжет основная нагрузка. Пожарные призывают еще раз проверить котлы и систему отопления. Особое внимание к праздничной пиротехнике. По статистике, именно петарды зачастую становятся причиной трагедии. Гирлянды и прочая иллюминация только заводского изготовления, только с паспорта. Любые пиротехнические изделия, которые тоже каждый приобретает к новогодним праздникам, только покупать в специализированных магазинах, то есть которые закрытое помещение, в специализированных ящиках там закрытых хранятся. И если приобретаете, надо требовать инструкцию, паспорт и инструкция, чтобы была на русском языке, естественно, сертификат качества. Запускать эти пиротехнические изделия только вдали от дома, от различных там построек. И детям, конечно, самостоятельно этого делать нельзя.